Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Walking Dead, эпизод 3. В последней серии мы приехали на поезде вот к этому затору, и с ним нужно что-то делать. Встретили тут новых людей, которые согласны нам помочь и в случае чего поехать с нами, вроде как не против, но пока что присматриваются. Вроде неплохие люди, пока что нужно понять, что же со всем этим делать. Полный грузовик топлива. Если попытаться проломиться, это такой взрыв будет, что... Чак у нас. Надеюсь, кто-то дух не потерял. Вернее, радуюсь, что надеюсь-то. Так, что, собственно, делаем сейчас? Got a clear view up there? Хорошо все видать. Yeah, we're good for a ways. Ну да. Слава богу. Нужен кто-то. Come along and exterminate them or something. И чтобы уничтожил их всех. У него паника. Ты проще привыкни к ним, это легче. Get used to them. I don't think they're going anywhere anytime. Не думаю, что они куда-то денутся. Their numbers keep going up. Их число продолжает увеличиваться, а наши... Я говорю, Ли, если они меня схватят, и я знаю, что не выберусь, это все. Я просто вытяну свой билет. Свой билет вытянешь? Да, убью себя. Не драматизируй. Не дай им схватить тебя. Так, хорошо, давайте посмотрим, как там Кенни с Амиром, что ли, или как его зовут? Гражданином арабской наружности. Амид. Как вы так далеко забрались, ребята? Вы вроде как нормальные. Криста не позволяет нам присоединяться. Кому бы то ни было. Она о тебе беспокоится, пожалуйста. Я спасал ее сотни раз. Ну, десятки, ну, иногда раз. Иногда спасал. Дома давно был? 6 месяцев. Путешествуем. Да уж. Наша кошка разозлится. Разобрались? Не очень сложно, да? Здесь много рычажков. Я говорю, если что-то произойдет со мной. Ну, может, вдруг у нас будет шанс. Посмотрим. Позже поговорим. Что ты, Кенни, насчет них думаешь? Учишь? Пытаюсь. Так, отсюда выйти можно мне? Нет, уже нельзя. Давайте тогда выбираться. Что же мы делаем? Наверху там я ничего интересного не нашел. Клем с Кристой подружились уже. Hey, привет. Полезное радио, чтобы ей давать. Оно разрушено. Для нее что-то значит. А, ну я понимаю. Откуда вы? Сан-Франциско. Господи, далековато вы забрались. Я его виню. Он хотел попутешествовать. Короче, это какая-то шутка была именно такая, то есть... Про их американскую историю. Если ее кто-нибудь переведет, я потому что нифига ее не понял. Осторожней, она теперь офигенно стреляет. Careful, she's a crack shot now. You got this girl shooting guns? Ты научил стрелять? Слушай, мне не нужны твои лекции. Ты не получишь, это хорошо. Она должна уметь о себе побеспокоиться. Сидит, кушает, Клементин. Я не совсем уверен, как нам разобраться с этим баком. Цистерна. Спроси Амида. Он любит ломать вещи.
О чем вообще ребята спорили, когда я поднимался? Ни о чем. Если будете вместе с нами, лучше бы знать, что у вас за спиной. А может, мы тут и не будем. Кристи не понравилось, что вы лезли в ее дело. Так, что же мне делать? Давайте попробуем наверх подняться. Но вообще нужно туда на станцию сходить, посмотреть, возможно, там что-то будет, чтобы срезать. Тут у нас ничего. И такой огромный грузовичище его... А почему бы тупо... Хотя нет, я хотел сказать. Отогнать назад состав. Здесь отцепить. То есть вообще полностью вагон, оно из кабины легко делается. Но тогда бы все обратно на пути упало. Так что не вариант. Так, наверху ничего, короче говоря. Я никак не могу разобраться с этой штукой. Пойдемте на станцию, попробуем там как-то решить. Так он не идет почему-то. А, вот так. Можно я с тобой пойду? Тебе не нравится новая девочка? Ну, мы вроде как команда, ты же сказал. А, ну в порядке, ладно. Пойдем. Клементина и я проверим эту станцию. Если что, бегите к нам. Выжившие внутри. Если там выжившие внутри, то либо они живы, либо они мертвы. И так очень опасно. Кто-то что-то красил. Ну, очевидно, кто что красил. Кто-то много чего красил. То есть много чего нарисовал. Так, ну тут, я думаю, мы не попадаем. Автозапчасти. 31 года. Все закрыто. Не входить. Ты должна меня ждать, прежде чем дверь открывать. Извини. Хорошо, что она закрыта. Нам будет лучше, если мы вместе будем работать. Не поддается. Не открывается. Ничего не вижу. У тебя есть такой увесистый металлический предмет, почему бы тебе не выбить? Не похоже, что эта штука работала уже долгое время. Вернее, похоже, что эта штука уже долгое время не работала. Вот. Так, я думаю, Клементин нужно вам туда просунуть, да? Пролезть, в смысле, просунуть. Это же не вещь. Чего несу вообще? Уже начинаю вставать в последнюю серию. Пролезть туда? Хорошо. Я вижу. Ну что мне делать? Что ты видишь? Много ящиков. Может, найдем ключ или найдем, как что-то там сделать с дверью. Я думаю, я открыл дверь. Че, правда? Думаю, да. Ларчик просто открывался. Ты посмотри. Пойдем, будь осторожен. Я хотел тебе это сказать. Ладно. Как-то темно. Может, мне дверь подержать? Нет, не нравится. Я лучше ее подопру. Может, нужно было оставить все-таки? Ну ладно.
Как у нас дела? Хорошо. Что нам нужно? Что-то, чтобы помогло нам разобраться. Так, тут ничего. Тут, небось, закрыто. Да, причем серьезно такой замок. Так, тут у нас... Понятно. That's exactly what we need. То, что нам нужно. Yeah, we need to газовая горелка. Нужно туда попасть. Но мы не можем туда попасть. А что если... Мест наверху не очень много. Нам повезло, что я такая маленькая. Это да. Пролезешь? Точно. Схвати ключи. Давай. Позади. Пораньше не могла сказать. Ох, твою. Клем. Надо было учить ее в голову стрелять. Клем. О! Офигеть. Да. Все в порядке, все в порядке. Твою мать. Ключи давай быстрее. Все еще закрыто. Да блин. Да? Давай быстрее, ну. О, успел. Блин, Клем, тебе нужно приучиться стрелять. Не очень хорошо все пошло. Ну да. А где остальные-то все? Все в порядке. Что происходит? Я слышала выстрелы. Мы в порядке. Фига, все в порядке. Нашли ходунов. Ты и девочка против троих? Это было глупо. Ты думаешь? Что ты хочешь мне сказать? Я пытаюсь научить ее, как беспокоиться о нас. Нужно научиться. Пойду убежишь, что шум не привлек еще кого-то. Хорошая идея. Я надеюсь, ты знаешь, что ты с ней делаешь. Но мы же все еще живы. Ну да. На самом деле это было очень глупо. Оно у нас. Пойдем. Что мы выучили? Я не готова для пушки. Мы научились не бояться. Они должны были нас схватить, но мы с ними справились. Да, ты прав. Страх — это штука, которая нас убивает, поняла? Клементин это запомнит. Да, немного, говорит, у них дел было. Так, горелка у нас, можно идти дальше. Я нашел горелку. Быстро все у нас получится. Отлично. Я помогу тебе, поднимусь.
Вы бы хоть отогнали и сами отошли бы. Сейчас такая дура рухнет. Или как вообще? То есть рухнет она, и что мы дальше будем делать? Как ее отодвигать? Черт. Протекает газ. Выключай. Я не хочу, чтобы у меня брови отгорели. Нужно устранить эту утечку. Ну, у нас есть изолента. Надеюсь, поможет. Безумие. Ты посмотри. Почти все. Ох, спасибо. Да не за что. Все, говорит, на волоске держится. Чуть что, и падает. Так, может толкнуть тебя просто. Теперь мне не достать. Может тебе? Я не доставил. А я что, достану? Нет, но я тебя подержу. Да хрен тебе. Вот я офигенный. Да заткнись. А ты, говорит, тот еще мерзавец, да? Ох. Ох, твою мать. Давайте побыстрее. Ребята, что-то грядет. Что? Да их тысячи тут. Нужно бежать. Амид, режь, режь. Да режу я. И все, пошло, пошло. Вытягивай меня. Ну, отлично. Кенни, поехал. Что, что мы делаем? Будем надеяться, что это сработает. Прыгай, прыгай. Да ни за что. Прыгай. Нет. Прыгай. Да нет. Ну ладно. Блин, надо было толкнуть. Прыгай, придурок, прыгай. Ну, твою мать. Кенни, притормози маленько. Все равно огонь же. Беги. Амид, хватай Амида. Спаси его. А чё я-то? Сама-то чё втыкаешь? Хватайте его, ну. Вечно я виноват, чё что. Это было близко. Да, тут их было много. Ты пострадал? Нет, мы в порядке. За себя говори. У меня нога сломана, похоже. Мы в порядке, Клементин. Мы в порядке. Фу. Саванна. Большой город. Мама с папой. Следующая остановка. Атлантический океан.
finding Clementine's parents when we get there. Мы найдем родителей Клементин. Я думал, они мертвы. Поищем, по крайней мере. Это не план. Но это наш план. Мы об этом разговаривали. Вы все будете в порядке. Я буду жив. Кровь в мое сердце, кровь в мои мозги. Я оставлю тебе в твое распоряжение. Она вырубилась, я еще ни разу не видел ее такой. Какого? Дождаться не могу. У меня твои родители здесь. Ты хочешь меня найти? Ли, хочешь или нет? Подожди, кто это? Какого черта? Я думал, эта штука сломана. Я тоже думал. Кто это был? И Клементин, он говорит, что у него ее родители. Ты должен передумать свой план. И про Ли что-то он знал. Кто это был такой? И на этом заканчивается третий эпизод. Обалдеть просто. Мы практически у реки. Хочешь на лодку? Я говорил, что мы найдем твоих родителей. Но саванна более опасна, чем я думал. Я не знаю, сколько он еще продолжит держаться. Если нога будет хуже, нам придется его держать. Мы его бросим. Если бы я был ты, я бы убрал с улицы сейчас. Да кто это? Отвечай мне уже. Когда ты нам сказал бы о радио? Блин, я уже заговариваюсь. С кем ты говорила? Верни сюда. Я убью тебя, понял? Я убью тебя. Нас ждет что-то интересное. «За каждым углом» называется четвертый эпизод. Мало кто застрелил эту девушку. Что ж вы такие, блин, несердобольные? Позволили ей быть заживо сожранной этими тварями. Так, я и еще 69 людей бросили эту Лили, потому что она вообще просто кошмар какой-то с ней был. Я и 76 людей дрались с Кенни, но я не хотел с ним драться, там просто уже что-то не то я ему ляпнул в итоге. Ты застрелил гуся? Практически все, ну то есть... Три четверти людей застрелили его. Ты помог Амиду? Ты, 61% игроков, не помог Амиду. Ну, не знаю, я то, что первую под руки попалось, я их схватил. А это была у нас Криста. Короче говоря, это было прекрасное прохождение. Этот эпизод, по-моему, получился самым лучшим из тех, что были. По-настоящему такой трогающий и тяжелый эпизод. Очень много пришлось пережить нам за эти несколько серий. В очередной раз поражаюсь тому, как, собственно, Telltale это все преподносят. Настолько это все круто, что я просто временами теряю дар речи. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем эпизоде, когда выйдет следующий эпизод. Точно так же у нас будет марафон, то есть мы пройдем за один день. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего. Пока-пока-пока.